В соответствии с распоряжением губернатора Приморского края, заслуги перед государством, связанные с совершением героического подвига в ходе специальной военной операции, наградить знаком особого отличия Героя Приморья и присвоить звание Героя Приморья полковнику Ефремову Сергею Викторовичу. Связанные с совершением героического подвига в ходе специальной операции, наградить знаком особого отличия Героя Приморья Служу России!